Супер вообще! Класс! Молодцы, что открыли раньше. Пухляк есть, все замечательно, мы счастливы! Они ждали целый год, и вот первый спуск по свежему снегу. Уже в первый день этой возможностью воспользовались почти 5000 человек со всей России. Для тех, кто любит езду с препятствиями, на высоте 2200 метров построили небольшой сноупарк. Его уже опробовали представители российской сборной по фристайлу. Но скоро здесь появится целый комплекс с трамплинами. Курорт Красная Поляна молодец, что сделал именно такой парк, потому что я считаю, что это главная часть курорта. Как и всегда, особое внимание на горнолыжных курортах к безопасности. Инструкторы, медики, спасатели – все заступили на боевое дежурство. Главное нововведение этого зимнего сезона на горнолыжных курортах Сочи вводится единый скипас. Он уже в продаже, его цена на один день составляет 3300 рублей. Главное преимущество единого скипаса – он обеспечивает доступ на все горнолыжные курорты Сочи, а это 177 километров трасс. В их числе и зоны для новичков, и так называемые черные трассы. Нововведение, по мнению турагентств, позволит привлечь в Сочи на зимний сезон еще больше райдеров. А это значит, если погодные условия позволят, то будет побит абсолютный рекорд туристов на этих трассах. В прошлый сезон на склонах Аибги побывало 1,5 миллиона лыжников и сноубордистов.